тоже делал. Из этого много наблюдал. Какой-то уже изначально обиженный сегодня пришел. Кто-то красный подойди делал. Зовет свет. За лицо людей, смотрите, за лицо, но он-то куда? В тех моментах, где до лица не дошло, удар никакого не последовало, а похоже, здесь что-то произошло. Кто-то швырнул какой-то дрянь. Сейчас, какая-то штуковина вроде монеты. This game far from over yet though. Bit of pushing and shoving in the area. Pass out Kel Crespo, it was meant to happen. With Cristiano Почему и Тураспе желтая, а Роналду красная? Здесь, может быть, Эса Гамес не сам разобрался с помощью своего ассистента. Так, что здесь произошло? живет сейчас в Разгуме. И я думаю, что это конец игры. Это и Диего Симеона схлестнулись. Я вот здесь был крепко инициативным завидовал, вообще говоря. Потому что я хорошо еще помню Диего Симеона футболистом. Это был такой боец, бои которого таким мальчишкам, как Крепко, даже еще и не в любом возрасте можно было на видео смотреть. Из-за их бескомпромиссности. Ну а кроме красной Криштиану Роналду больше ничего не произойдет. Или все-таки мы увидим? Да. За лицо людей, смотрите, за лицо, но он-то куда? В тех моментах, где до лица не дошло, удара никакого не последовало, а похоже, здесь, знаете, что произошло? Кто-то швырнул. но нецензурное и не для эфира. Почему и Итураспе желтая, а Роналду красная? Здесь, может быть, Эса Гамес не сам разобрался с помощью своего ассистента. Так, что здесь произошло? Очень классно.